В Твери состоялась церемония вручения премии признательности «Лидер года», учрежденная акционерным обществом «Атомэнергосбыт». Таким образом, в компании благодарят ключевых клиентов и партнеров за плодотворное сотрудничество. С места событий передает наш корреспондент. Применение современных технологий энергоэффективности, создание инновационных продуктов, повышение качества жизни населения, реализация проектов, развивающих наш регион. Критерии, которые позволили компании «Атомэнергосбыт Тверь» выбрать 32 ключевых партнера в 6 номинациях. За вклад в развитие региона, надежный партнер, стабильность, на шаг впереди инновации, эффективность и устремленные в будущее. Сегодняшние лидеры года – это те компании, которые вносят весомый вклад в развитие Тверской области, а также обеспечивают надежное функционирование энергетических объектов региона. Мы ценим каждого клиента, и сегодняшний конкурс позволяет выразить им свою признательность. Идея проведения премии «Лидер года» родилась несколько лет назад. За это время удалось получить бесценный опыт и показать клиентам, насколько они важны для энергосбытовой компании. Мы пытаемся получить обратную связь, что, может быть, не хватает в нашей работе, что стоит улучшить, а где-то, может быть, выстраиваются какие-то неформальные связи, неформальные диалоги. В том числе происходит знакомство между участниками данного мероприятия, которое впоследствии, ну, может возродиться в какие-то, может быть, бизнес-сообщества, либо какие-то рождаются новые идеи, новые производства. Каждое предприятие, которое было отмечено премией «Лидер года», своим примером демонстрирует, что в сложных экономических условиях есть возможности для развития и выполнения своих обязательств перед поставщиком электроэнергии. Для меня это неожиданно, ну, просто нормальный плательщик, то есть вовремя, даже иногда с авансированием, что нелегко. Ну, я не ожидал, что меня вот это как-то, ну, наградят чем-то. Муниципальная организация, субъекты малого и среднего бизнеса, а также представители крупных холдингов и корпораций, которые объединила премия, это предприятие с высоким экономическим потенциалом, способное стать гарантом развития всего региона, уверены в правительстве Тверской области. Желать хочется компаниям «Атомэнергосбыт», чтобы они, ну, продолжали уверенно работу в направлении именно как гарантирующий поставщик. Я знаю, они развивают очень сильно клиентоориентированность, то есть поддерживают и население. В завершении торжественной церемонии все участники смогли поближе познакомиться и сделать общую фотографию, которая займет достойное место в стенах компании «Атомэнергосбыт Тверь».